Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня пришла посылочка Укрпочтой. Эта посылка, Рихард мне прислал подарочки на мой день рождения. Сегодня у меня бёздник. Сегодня мы с утра ездили, отдыхали, купались. Давайте сейчас я сделаю вставку и покажу, как красиво у нас в Мариуполе, какие красивые виды. И сегодня, что мне еще понравилось, первый раз за сколько времени я увидел огромных медуз, живых, в нашем море. Ну, такие я не видел нигде, если честно говоря, за сколько лет у нас в море. Так что давайте посмотрим кусочки, так как мы сегодня утром отдыхали, и потом приступим к посылке. Так вот ракурс проведи. Ну как, ребята, вдохновило? Я думаю, супер-пупер. Ну что, погнали открывать. Значит, здесь у нас 24, по идее, должно быть телефона. Рихард прислал мне две посылки, но одна еще не дошла, задержалась на таможне. Давайте смотреть, какие ништяки передал Рихард. Так, карточки. Спасибо, Рихард, огромное. Так, ну давайте смотреть, какие на этот раз пришли телефоны. Тут... По-моему, телефон. Раз, два, три. Не знаю, что это. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну и на сегодня хватит. Давайте открывать, смотреть. Итак, я думаю, предостаточно. О, сразу вижу, это Nokia N73. Мулярка. Как поет Каменская. Ребята, полностью в оригинале. Полностью Nokia. Это жесть. Made in Finland. Состояние муха пролетала и просто потеряла дар речи. От этой красоты этих телефонов в оригинале. Это полностью оригинальная сборка. Спасибо, Рихард, вам огромное. Спасибо, что вы мне сделали такой подарок на мой день рождения. Так что, ребята, кто хочет меня поддержать, внизу ссылочки на вторую группу, на второй канал. И ссылочки на донат. Заходите в описание, смотрите, подписывайтесь. У кого есть желание, можете помочь для развития канала денежкой. Так, есть полностью черный. Тоже Made in Finland. Ой, красава. Так, ну тут, по-моему, проблемы с джойстиком, да. А в этом
А в этом, по-моему, вообще нету. А-а. Первый раз такая красава. Полностью белая верхушка. И вот такой цвет от компании T-Mobile. Это, конечно, что-то. Так, ну давайте смотреть далее. Ой, красивый какой телефончик. А вот модель, почему-то я их забываю, потому что я ни разу на них не делал обзор. Но смотрите, да, это больное место. Я вот заметил этих телефонов. У них постоянно вот облетает рамка. Почему, не знаю. Модель прикольная, 7230. И вот смотрите, вот она вся потресканная. Во-первых, мало того, что слетает хром. Это, наверное, я же говорю, у каждой модели есть свои какие-то больные места. Но смотрится прикольно. Далее. Вот такой вот телефон. Ребят, не все модели помню, поэтому, когда я говорю, вот такой телефон, не надо с меня ржать и говорить, что я не знаю. Да, я не знаю, я не стесняюсь этого. Но откроем, прочитаем. Так, RM352. Ребята, модель заезжена, не знаю. Сейчас проверим, когда включим. Кто знает, можете написать. Красавчик такой. Ой. Чуть не выломал крепежки. Они вот так одеваются. Слайдерочек. Так. Далее. Мой любимый телефончик 6210. Это я выучил. Опять же, в идеале. Товарищи хейтеры, пожалуйста, слюнки утрите. Не всем дано иметь таких классных поставщиков, как у меня Рихардс. Рихардс, огромное вам спасибо от чистого сердца, не от того, что вы мне присылаете телефоны, потому что таких найти людей в наше время днем с огнем не найдешь. Так, это Samsung 460 или 480 оно. Е330, извините. Проржал. Как конь педальный. Далее, вау. Ништяки ништячные. N95. Ребят, полностью в идеале. Смотрите, черный корпус. Вау. И никакой не Китай. Карл Зейц. Бдзейц. Карл Бдзейц. Супер. Вот это подгон царский на день рождения. А это кто у нас такой? HRDA. Что это такое? Nokia N86. Ребята, это оригинальный? По-моему, это Китай. Молодцы, ребята. Я смотрю, какой-то подвох. Но на Nokia никогда вот этого не было. Ну, молодцы, молодцы, удивили. Еще есть стилус. Ха! Вот зачем сюда был стилус нужен? Кто ответит правильно? Раз, два, три, четыре, пять. В зубах поковыряться. Никто не ковырялся стилусом таким в зубах. Так. Так, еще и чехол сделали, ребят. Это вам не цацкий пецкий, не мелочь по карманам тырить. Смотрите, какой чехол. Верхушка смахивает чем-то на 5230 ТВ, который с телевизором был. Если я не прав, ну напишите мне. Так, дальше, кто вы у нас? А, тут много было телефона, я подумал, что это крышки какие-то. Это C5-3.2. Камера. Так, моден. Венгрия. Следующий телефон. C5. Тоже красавушка. Но, как вы видите, ребят, кто мне начинает бакины забивать, телефоны приходят без АКБ. АКБ нахожу, какие есть. Но стараюсь покупать оригинальные. У меня есть в Украине один человечек, который возит под разборку телефоны. И у него бывают зачастую хорошие аккумуляторные батареи в оригинале, которые не дутые. Или покупаю хай-копия. Так, еще Nokia. Дальше. Да, что я больше перебрал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Что я... Да. Вау, какой Sony Ericsson. Ребят, гляньте, какая красавочка. Джойстик цвет. Смотрите, малинка.
и лицевуха малинка. Чисто женский цвет, класс, супер. Так, и модель называется Sony Ericsson Z310i. Красивый волшебный телефон. Далее. Вау, какая ляля. Кто ты такой? 6103. Смотрите, какой с антенной красивой. Антенны край хромированный. Зеркальная поверхность. Ребят, вот для коллекционеров счастья. Вот именно в оригинале полностью. Никакой, как я называю своим плохим словом, шмурдяк китайский. Вы берете вещь в руки и понимаете, кайфуете. Не знаю, я говорю это для тех, для ценителей именно телефонов. Не для тех повседневных, которые сидят девайные критики, в носу ковыряются им фиолетово. Nokia, это iPhone. Есть люди, которые на группы делятся. Айфоны балдеют, некоторые от Nokia балдеют, некоторые от Samsung балдеют. Но настоящие, которые ребята собирают вот телефоны, они балдеют от каждой любой модели. Не знаю, я, например. Да, ты берешь его в руки и представляешь, что этот телефон раньше стоил $300, там $400. А сейчас ты можешь его купить за копейки. И он будет у тебя, ты не успел в свое время им попользоваться. Но ты сейчас его купил и пользуешься. Поэтому я думаю, это супер. Так, и что у нас еще? Вау. CX75. Нету одной клавиши. Ну ничего. У меня, по-моему, такой где-то лежит. На нем была клавиатура. По-моему, даже Рихард присылал. Можно сделать из двух один. Классик. Так, и что еще вы мне, Рихард, прислали? Смотрю. Это под разборку написано. Лего работает, понятно. А кто у нас тут за Лего? Samsung какой-то. Да, по-моему, Samsung. Samsung T-Mobile. Ладно, буду этот Лего разбирать и собирать. Надо просто посмотреть, как его сделать. Так, ну вот такие вот телефоны сегодня я получил. Значит, что я как решил сделать? Сейчас я вам просто рассказал, какие телефоны в первой партии я получил. И чуток попажа. Я нахожу аккумуляторные батареи. Заряжаю, чтобы не мыкаться, не тыкаться. Сейчас я уменьшу ракурс вот так. И мы с вами садимся спокойно и начинаем проверять каждый телефон. Да, это будет отдельным видео, но я так думаю, это будет правильно. Смотрите, какие красивые телефоны на мой день рождения сегодня я получил. Так что, кому понравился, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Благодарим Рихардса, что мы каждый день можем иметь классные, шикарные видосики. А кто захотел мне помочь, ссылка на донат будет в описании. Всем пока-пока!